Сергей, расскажи, как прошли для тебя соревнования? Ну, начал так себе, технически не получалось много. И вторая попытка та же, но в третьей вот получилось и выполнил. Как будешь настраиваться на финал? Да никак. Как? Пойду, буду смотреть тупые сериалы и лежать в своей кровати и особо ничего не делать. Сколько, думаешь, нужно будет метнуть в финале, чтобы выступить достойно и завоевать медали, может быть? Ну, для меня чисто свои метры показать. Я хотел бы, ну, метров 78 бы показать, было бы хорошо. И главное еще, чтобы не травмироваться и все вот эти вот неприятности избежать. Тебя поддерживают трибуны. Как ощущение от домашнего чемпионата мира? Ну, классно, классно. Я прям ощутил, и мне это не мешало, мне прям очень сильно помогало. И я надеюсь, в финале будет так же. Поздравляю еще раз, удачи в финале.